Приветствую гостей и подписчиков канала Бодр23. Сегодня у нас долгожданный обзор колонок Amphiton 35AS018 и усилителя к нему в паре. Это Phoenix 50U008S, как вы видите, дамы и господа. Ну, данный усилитель, конечно, выдает максимум 2 по 90 Вт, а у нас номинальная мощность, предельная мощность колоночек находится где-то в районе 70 ватт. Но экспериментально доказано, что примерно 80-90 это уже слишком много для моего помещения. Поэтому в данный момент эти колонки просто максимум моих возможностей. Ну и что я могу сказать хорошего об этом устройстве? Ну и, конечно, есть определенные минусы. Чем-то жертвуем и что-то получаем. Ну, начнем с усилителя. Усилитель, конечно, охрененный. Могу сказать сразу. Регуляторы просто замечательные. Набор резисторов MLT-шных, есть прощелкивание звучное, когда вы чувствуете, насколько вы повышаете, понижаете. Не стирающиеся данные сопротивления. Высокая надежность, не хрипит, не свистит, не фонит. Вот в данный момент система подключена, вот треки я буду сейчас включать, но фона, шума постороннего абсолютно нету. Это самое важное, что есть, самое хорошее. Ну, я включаю через универсальный вход 3.5. Идет у нас вход с 3.5 на пятерочку переходник. Вот он заводской сделанный. Ну и вот подключение акустики на зажимках. Естественно. И тумблер. Подключение акустики. А и подключение 4-омной нагрузки. Потому что данный усилитель работает как на 4, так и на 8 Ом. Он у нас универсальный боец. Ну и могу сказать, что данный усилитель за свою ценовую политику самый лучший в данный момент, который можно раздобыть. Делался он когда-то на Львовском заводе. Ну, естественно, новых их нету, но очень много бэушных и в хорошем состоянии, даже близкому к идеальному состоянию. Ну, данный аппарат вообще признак того, что он близок к идеалу. Ну, давайте тогда колонки сами рассмотрим. Колонки, естественно, в массивном корпусе. Тут дерево. Ого! Смотрите, все это очень деревянная стружечная плита. Не обклеенная, а просто сделана под шпон. Что самое интересное. Так, ну и рассмотрим. ВЧ-динамик 6ГДВ-7-16, охрененный динамик по сравнению с S90, не вылетает. Что самое интересное, он живучий и дает очень хорошие ВЧ. Ну, серединка тут как обычная в модельном ряде данном. Ну и 75ГДН динамик 4-омный. Конечно, мне бы нужно было бы подкрасить сеточки для того, чтобы был бы эффект более-менее. Но в данный момент снимаю обзор сразу, поэтому и не подкрасил еще. Так, ну и как вы видите, на переднем шильдике видно, что это Amphiton. Делался он такой в Ивано-Франковске. Ну и, грубо говоря, их уже новых, естественно, тоже нету, или подобие им. Поэтому это остатки старой советской роскоши. 4-омное сопротивление, предельная мощность 70 Вт, как уже и говорилось. Ну и диапазон частот 25 Гц до 25 кГц. Это, в принципе, оптимально. Естественно, конечно, бас здесь не сыграет 2-3 Гц, но здесь суровый пацанский бас, я бы сказал бы батин бас, потому что здесь басы просто реально охренительные, обомбительные, не знаю, как еще их назвать, из-за того, что есть хороший объем корпуса, 63 литра примерно, басы здесь, конечно, на высшем уровне, но, естественно, ВЧ не затухает, вот такие вот, я напишу даже в комментариях и в описании под стримом, такие композиции, как вокально-инструментальный ансамбль «Рамштайн» играет просто на изи, «System of a Down», художественный руководитель Серж Танкян, тоже. Но, конечно, ВЧ при этом не будет хватать. Slipknot, Slipknot, Devil in I, ребята, не знаю, Psychosocial, вообще на изи идет, вообще просто жестоко. Не за то, что есть авторское право, не включу вам эти треки, но, ребята, если будете владельцами этих колонок, это просто настоящая батина акустика. Она вам покажет, что такое ультрабас. Естественно, конечно, не 2 Гц, но даст хорошо вам прочувствовать весь трек, всю жизнь. Шумовое давление настолько прекрасно, что отдает в грудину. Так что немножко отодвигайтесь от акустики и слушайте на расстоянии. Ну и что могу сказать в дополнение всего. Данный сегмент акустики – это очень, конечно, высокий уровень. Уже выше – это уже больше профессиональный уровень. И либо для каких-то мероприятий, проведения, если вы играете их. Поэтому я считаю, что я уже достиг на данный момент какого-то максимума. Ну, конечно, могу сказать, что, например, какой-то ламповый усилитель «Прибой» в комплекте с специальной акустикой играет намного лучше. Я так думаю, потому что у меня есть с чем сравнить. Вот небольшую ремарочку сделаю, может, когда-то сделаю полноценный обзор. Вот у меня есть радиола ламповая «Урал 111», я ее не выбрасывал.
потому что она у меня работает как часики. Здесь, конечно, ВЧ божественные. Ламповый усилитель, его призвуки. Ну, это не сравнить, конечно, с камневыми усилителями транзисторной эпохи. Все-таки прибой или другие ламповые усилители более современные – это верх. Верх искусства. Ну и специальная акустика, естественно, для них. И басы дают отличные, и ВЧ божественные. Ну что ж, не будем отходить далеко от темы. Давайте протестим их, запустим их для прослушивания. Ну, как видите, или точнее говоря, как слышите, акустика, конечно, звучит не по-детски мощно. Учил бы, конечно, хорошие ансамбли, но, увы, авторское право. Авторское право, господа. Ну, вы можете сами прослушать, например, Rammstein. Включайте треки такие, как Son, Ichwill, Du hast. Вы сами все поймете, конечно. Вот именно золотая эпоха для этой акустики, это где-то 90-е, начало 2000-х. Вот в это время, вот, hard, metal... Но могу сказать, дамы и господа, отлично играет данные композиции, и, точнее, данная акустика играет композиции господина белого нигера Эминема, такие как Without Me, Rap God, ну и прочая классика, так сказать. Басик на высоте, голос не теряется, ну и ВЧ вообще присутствует на фоне того, что играется музычка. Так что по фону рэпчика, рэпер же должен что-то читать поверх музона. Поэтому все гормонально и гармонично звучит, могу так сказать. Ну что ж, могу для приобретения вам рекомендовать данную акустику. Естественно, очень хорошее звучание, достойное. Но, естественно, до ламповых усилителей и вершины ВЧ, конечно, им еще далековато. Но по сравнению с S90B, я думаю, ВЧ здесь на лучшем уровне. Ну и говорят, что в S90B, например... басы отдают в пол, здесь не сказал бы, что отдают в пол. Тут уже отдают в нормальную концентрацию, отдают на тебя. Для любителей, как я, громкой музычки, это самый огонь. Ну, как-то вот так, дамы и господа, как-то вот так. Ну что ж, дамы и господа, если вам понравилось данное видео, ставьте свой лайк. Если вам не понравилось данное видео, ставьте свой дизлайк. Подписывайтесь на наш канал, чудесно, также не забывайте бить в колокольчик. Слушайте музыку, ребята, без музыки нельзя прозябать. Музыка это наше все. Как говорится, жизнь, она переменчивая, музыка постоянная. Как-то так. Ну что ж, дамы и господа, пишите в комментариях ваше мнение об акустике. Ну и самое главное, обрейтесь, слушайте прекрасное, тянитесь к прекрасному, и у вас будет все прекрасно. Все, ребята, всем спасибо и до новых видео. Всем пока!